народы Нелинского Борсакова торжественно открыли памятник композитору. Дом музея композитора Жбан открыт посетителей с 1944 года и только в 21 веке появился памятник под названием Дубочек. Он установлен в центре города. На постаменте бронзовая фигура композитора, внизу один из героев его ордена. Вылейный Садко по прозвищу Халат Рыга. Над композицией работал московский скульптор Василий Селиванов, автор монументов Казьме Минину в Богородске, Льву Толстому в Пушкине и князю Святославу Храброму. Всем буквально. И все это может вызвать хайф.